Постоянный представитель Казахстана в ЮНЕСКО, почетный председатель Союза писателей, чрезвычайный и полномочный посол в Италии, Греции и на Мальте, а еще экс-президент Федерации шахмат. Регалий у этого человека немало, но для всех казахстанцев он символ современной поэзии. Олжасу Сулейменову сегодня присвоено звание почетного профессора Карагандинского государственного университета имени Букетова. Подробности репортажа Андрея Кузнецова. Полигон Жуэлсын. Этот клич Олжаса Сулейменова в свое время привел к закрытию Семипалатинского ядерного полигона. Ведь именно наш поэт был инициатором движения «Невада-Семипалатинск». И ведь получилось же. Но сегодня Олжас Омарович приехал по более приятной причине. Почетный профессор Каргу – это одна из немногих регалий, которых в его послужном списке пока еще нет. Хотя в Караганде, по признанию самого Сулейменова, он нечастый гость. Я давно не был в Караганде, тем более в университете. Очень рад, что начинаю знакомство, то есть встречу с Карагандой, начинаю вот с этой аудитории, со студентами встречи. Очень много и давно знаю о вашем крае, слежу за его развитием и рад успехам. В российской поэзии есть такие понятия, как «золотой век Пушкина и Лермонтова» и «серебряный век Есенина, Блока». Думается, что после «золотого века» Абая, Жамбыла, Валиханова и еже с ними, Сулейменов и есть казахстанский серебряный век. И студенты Каргу ждали его, в первую очередь, как поэта. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в этом зале нет ни одного человека, незнакомого с вашим творчеством. Ваша поэзия никому не оставляет равнодушным. Она гражданственна и лирична. Она понятна и близка людям разных поколений. Она вместила в себя все периоды нашей истории. Сейчас Олжас Омарович свою творческую деятельность переключил на историю и вопросы тюркологии. Сейчас я работаю над книгой, которая будет, надеюсь, будет интересной для всех, кто интересуется тюркологией, тюркской историей, тюркскими языками, в том числе и историей казахского языка. Но Олжас Сулейменов не только литератор, он еще и политик. Более того, он внимательно следит за ситуацией в мире. Казахстан сейчас занимает все более и более заметное место в мире. И в культуре, и в экономике, и в политике. Поэтому это меня радует. Вот недавно рейтинг опубликовали. Мы вошли 50 на 51 место. По рейтингу остался один шаг до 50, как президент нас призывал войти в полусотню самых развитых государств. Андрей Кузнецов, Олжас Габасов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.